Вы знаете, что такое свобода? Свобода – это мнимое ощущение того, что ты свободен. Ты можешь быть свободен по-настоящему только в том, в что ты призван, в чем ты родился и где ты находишься, для чего ты создан. И я задался вопросом, для чего Бог создал меня? Ну, это, наверное, молодежный вопрос всегда был. У вас в юности задавался такой вопрос, что зачем вы живете эту жизнь? Правда? Ну, вы уже не помните. В 14 лет, как правило, задается этот вопрос. Зачем я живу эту жизнь? И нам хочется прожить эту жизнь как-то круто. Круче, чем все остальные. Лучше, чем все остальные. Мы начинаем искать приключения на свою голову. Я помню себя, когда я искал эти приключения. Я нашел их. Они были в изобилии. Их было много. И вы знаете, это реализация своих возможностей. Я так думал. Тем, кем я могу стать. Реализация самого себя. Но по сути дела это ничто. Ты не сможешь достичь ничего там. Потому что в доме отца он рассуждал дальше, и вы увидите, он рассуждает, наемники избыточествуют хлебом. И я задался вопросом, я в 15 лет задался вопросом, для чего я живу. Я пришел в церковь в 15 лет, покаялся в церкви в 15 лет, принял водное крещение тоже. И я... Думаю, что когда ты жаждешь чего-то, желаешь, ты достигнешь этого. Я нашел в Деянии апостолов одно место. Там написано, Бог создал человека, дабы они искали его, не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из них. Я нашел одно место, которое ответило на мой вопрос. Я должен искать своего Бога. Я начал читать Евангелие. Я нашел его. Знаете, где Бог обитает? Среди людей, которые знают его. Люди, которые знают, писали эту книгу. И эти люди написали нам для того, чтобы... Вы знаете, я не уверен, что те люди, которые меня привели в церковь, знали Бога. Я не был уверен в этом. И мне пришлось искать в этом слове, потому что эти люди, я знаю, что они знали Бога. Я начал читать, изучать. И я понял, что Бог благ, Он добр ко мне. Он любит меня не потому, что я какой-то хороший или плохой. И у Него есть для меня какое-то служение, намерение. У Него есть цель для моей жизни. И вы знаете, есть люди, которые не осознают, что у Бога для вас есть цель. И они живут и ищут себе приключений. Кто-то нашел уже приключение. Пора выходить из этого. Смотрите, блудный сын, он еще не нашел. Он еще в доме отца, его держат правила. Он еще не ушел от дома, он только разделил. Ему деньги дали на руки. Ему дали все, что он принадлежит ему. Все его знания, мудрость, откровения, которые он приобрел в доме отца. Вы знаете, оно работает только в доме. Скажи, в доме отца. Запиши это себе, можешь напомнить. Все, что ты получил, оно работает в доме отца. Вы знаете, Адам и Ева, они когда жили в раю, им не надо было одежды. Бог дал им одежды, когда они ушли из рая. Правда? О, Бог одевал их. Слава Божия одевала их. Я вам хочу сказать, они одеты были, но они были в славе Божьей. Кто-то говорит, да они голые были. Да нет, слушай внимательно. И слава Божия одевала их. Вы знаете, когда ты голый выйдешь на улицу, сейчас тебе холодно будет. Температура не соответствует тому. Одежда защищает нас от внешних факторов. Правда? Она не только для того, чтобы на тебя не глазели. Она защищает тебя от жары. Она защищает тебя от зноя. Она защищает от ультрафиолетовых лучей. Она защищает тебя.
Вы знаете, Бог был защитником им. Но когда они отошли от Бога, слава Божия отошла от них. Вы знаете, мы сегодня вышли из славы Божьей, и мы говорим, проживу эту жизнь, как хочу. Только в Доме Божьем работает то, что Он обещал. Смотрите, я читаю. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя как? Как ему пришлось? Живя распутно. Смотрите, распутная жизнь, она манит нас, она тянет нас. Почему? Потому что так живет весь. Они в этом получают удовольствие. Они говорят, это классно. Потом думают, они просто заманивают нас. Оно же не классно. По сути дела, это не классно. Это даже не удовольствие. По сути дела, за все нужно платить. Знаешь, я как-то общался с мужиками. Мужики, правда? Они говорят, как воспитывать свою жену нужно. Строгости. О, один говорит, я одному говорю, а ты пробовал ее любить? Говорит, ну это же любовь, да. Строгость. Этот мир, он содержит нас в определенных рамках, которых мы не видим. Вы знаете, мы восточные люди. По сути дела, мы живем на Востоке. И здесь неправильное отношение к женам. Любить не пробовал. У него глаза открылись. Он, а что это такое? Для него это откровение. Вы знаете, 13 глава говорит о любви. 1 Коринфянам 13 главы, она рассказывает о любви. И она досконально рассказывает, как любить. Это можно применить и к жене. Вау. Это благословение. Кто-то говорит о божественной любви. Но когда я читаю песней, когда жена влюблена в своего, ну, в жениха своего, Суламита, она так влюблена, что подруги ее зажигаются ее любовью. Вы знаете, мужчинам нужно восхищение. Правда? Кто из вас знает, сестры? Я вам честно скажу, мужчины нуждаются в восхищении. Они одеваются в славу. Они чувствуют себя уверенней, когда ты ему скажешь, ты молодец, ты крут, ты классный, ты лучше всех. Они одеваются в то, что принадлежит им, потому что Бог создал их такими по образу и подобию своему. И я вам хочу сказать, что часто мы не видим, что то, что вы носите, то, что вы одеты были, это просто только мелочь. Когда-то женщины одежду шили. Но Бог не это хочет от женщин. Знаете что? Сара, она почитала своего мужа. Вы знаете, я отклонился от веры. Отклонился от проповеди, отклонился от того, что я проповедую вам. Но я хочу затронуть эту тему. Смотрите, слава мужа – это то, в чем нуждается любой человек. Слава. Жена – это слава. Это то, что поддерживает эту славу, а не гнобит его. В Украине очень ужасное состояние. Знаете, что жены говорят своим мужьям? Ну, мы в церкви по-другому учим. Ты не такой. Вот посмотри на этого, он такой, а ты не такой. О, когда же у моего мужа будет вдохновение? Похвали его. Просто похвали его, скажи ему доброе слово. И ты знаешь, столько вдохновения у него появится. Суламита восхищалась своим женихом. Так что ее подруги захотели увидеть его. Знаете, я буду читать дальше.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. В любом случае, послушай внимательно, это не удовлетворит твои желания. Жизнь без Бога. Потому что ты создан был для славы Бога. Оно не прикроет тебя, оно не закроет твои недостатки. Жизнь без Бога, оно все равно будет тебе давать нужду. Ты создан был для этого места. Ты создан был для того, чтобы прославлять Его. Я создан для славы. Вы знаете, когда кактус пересадить в болотистое место, он загнется. Правда? Ну, а когда лилию посадить в пустыню, она засохнет. Знаете почему? Они не созданы для того места. Каждый человек создан для определенной цели, для определенного места, дабы они искали его, не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из них. Бог ожидает нас, чтобы мы начали искать его. Как же его искать? Что нам делать? У меня есть отец. Но еще нет нужды. Должна появиться нужда. И не в отце даже, я вам смею заметить. Нужда в славе, нужда в пище, нужда в том, что ты нуждаешься по-настоящему. Я говорю, есть люди, которые приходят к Богу из-за того, что у них есть, появляется нужда, пустота внутри. Духовная пустота. Эту пустоту надо заполнить. Слава, в которой ты нуждаешься. И вы знаете, это может быть болезнь, финансовые трудности. Но как бы ты ни прикрывал это и ни говорил, как оно называется, но это пустота. Бога там нет. Бога там нет. Вы знаете, благословение, которое Бог дает евреям во Второзаконии, Он говорит, будешь ты благословен, проказы не будет, болезни не будет, ты будешь благословен в поле, в труде своем, все финансы будут твои. Знаете, откуда это? Это Бог будет в твоей жизни. Пустота будет заполнена. Если ты будешь с Богом, я понимаю, они искали правил. Они искали правил, по которым надо жить. Моисей, дай нам закон, по которому нам надо жить, по которому нам надо находиться. И Моисей дает закон. По этому закону очень тяжело жить, очень сложно приходить к Богу. И вы знаете, когда пришел для нас Иисус Христос и исполнил закон для нас, чтобы мы жили в Его благодати, чтобы мы находились в Его присутствии, искали Его присутствие, просто наслаждаясь им, я вам честно скажу, о, это не значит, что я ничего не делаю. Я делаю, я служу им, молюсь, читаю Библию, я ищу Бога. Но я не исполняю того, что они не могли исполнить. Потому что к Богу, когда приближаешься, ты должен быть настолько чист, как сам Иисус Христос. Как сам Иисус Христос. И только во Христе Иисусе я прихожу таким. Вы знаете, самое интересное. Пошел он, когда появилась нужда, к тем людям, которые могут ему помочь. Вы знаете, когда появляется у нас нужда, там написано в 15 стихе, пошел он, пристал к одному из жителей страны той. Первое мы ищем. Знаете, у кого нету, мы ищем психолога. Психолог не помог. У кого болезнь, ищет доктора. Доктор не помог. У кого финансовые трудности, он вкладывает в какую-то МММ. Еще хуже становится. Вы встречались с такими? Потому что пустота не может быть заполнена, когда у тебя нет Бога. А когда у тебя есть Бог, то все остальное, оно устроится, приложится. Он твоя слава. Он твоя слава. И что я вам говорю? Слушай, начни искать Бога в своей жизни.
Это пример. Он просто говорит притчу, он рассказывает, он сравнивает с Царством Божьим это. И смотрите, пришедший в себя сказал, он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал им. Люди не восполнили его нужду. Этот мир не восполнит твою нужду. Твою нужду восполнит только Бог. По-настоящему нужда твоя не проблема, которая есть, а то, что тебе нужен Бог. Слушай внимательно, исцеление придет, освобождение придет, благословение придет. Тебе просто нужен Бог. Семья восстановится, тебе просто нужен Бог. Твоя жизнь восстановится, тебе просто нужен Иисус. Скажи, мне нужен Иисус. Мне нужен Иисус. Мне нужен тот Бог, который восполнит все мои нужды в одночасье. Как это может быть? Это не может быть такого. Слушайте внимательно. Адам с Евой жили в раю, у них не было. Каин и Авель. Проблема в семье. Помните, Каин убивает Авеля. По какой причине? Первая семья и такие проблемы. Первая семья и такой хаос. По какой причине? Потому что Адам не заполнил свою пустоту. Вы знаете, она нуждается, мы нуждаемся, чтобы наша пустота, которая внутри нас была заполнена. И вы знаете, он не научил своего сына заполнять, потому что когда Бог пришел к Каину и сказал, Каин, господствуй над ним, господствуй над грехом, который лежит пред тобой. Он не знал, что делать. Знаете, как господствовать? Только в его присутствии. Ты знаешь, как побеждать проблему, когда ты знаешь Бога, когда ты находишься в Боге, когда ты общаешься, когда ты близок с Ним. Сегодня некоторые люди настолько далеки от Него, что они... Проблема усугубляется, ухудшается состояние, и они смирились с этим. У меня не так плохо, как у всех, но Бога не ищут. Смотрите, что нужно сделать? Приди в себя, дорогой мой. Просто приди в себя. В данном этапе, на данном состоянии нужно прийти в себя. Ты не рожден был для этого. О, я рожден был для славы Божьей. Бог не создал человека для того, чтобы он нуждался, для того, чтобы он болел, умирал, и у него было все плохо. Вы знаете, что мы вечное создание? И даже если мы умрем, мы воскреснем. Вы еще не в курсе, я вам рассказываю это. Вы воскреснете, вы вечное создание. Но только, знаете, сама пустота вот эта и нужда, она говорит тебе, скорее бы умереть и не жить. Но когда ты с Богом, я еще хочу, еще чуть-чуточку, еще чуть-чуточку, Господь. Мне уже 80, дотяну до 90. Но я не умру и буду жить. Вы знаете, когда ты с Богом, у тебя даже и здесь все нормально. Смотри, пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего. Он начал думать правильно. Включи свою мыслительную коробочку, которая начинает думать правильно, согласно Слову Божьему, что Бог... Вы знаете, о чем я говорю? Когда у тебя задался вопрос, для чего ты создан, нормальная вещь, начинай рассуждать правильно. И для того, чтобы рассуждать правильно, открой Библию. Ну, желательно Евангелие, Новый Завет. Я создан для славы Божией. Я создан для того, чтобы внутри меня была слава Божия. Я создан для славы Божией. А, он говорит о наемниках. Он даже о себе не думает, правда? Заметьте, он читает и говорит, о, в евреи они настолько богаты в Ветхом Завете.
Сейчас евреи управляют миром, 80% финансов евреев. Слушай, я тоже хочу там быть, среди них где-то, втесаться. Не похоже, да? Хотя бы наймусь у них там. Слушай, у евреев не надо наниматься. Наймись у того, который содержит все и держит все. У тебя есть отец. Возвращайся к нему и иди обратно. Но он еще не понимает. Он только начал с Ветхого Завета читать. Мы часто так начинаем Библию читать не с того места. Рассуждаем, но неправильно. Правда? Мы живем неправильными. Я хочу прочитать дальше. Пришедший в себя сказал наемнику отца моего много, избыточную хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу, согрешил я против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. Я даже не такой, как они. Я грешник. Я готов работать на хлеб и на воду. Слушай внимательно, они наемники. Дочитаю. Встан пошел к отцу, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. Смотрите, мне нравится отец. Вы помните Иисус? Он сжалился, когда люди приходили к нему и исцелил всех. Правда? И когда Марфа и Мария привели его к гробу Лазаря, и там все плакали, Иисус тоже прослезился. Когда у него, он имел чувство, он имеет чувство. Но смотрите внимательно, я хочу, чтобы... Что делал отец? Когда тот был далеко, он увидел его. Он сидел и ожидал, пока сын будет идти к нему. Что у него в голове, я не знаю, но я жду его. Что у него в мыслях, я не знаю, но отец знает. Бог знает все, что мы думаем. Вы знаете это? Но на пути он выглядывает. Он был далеко. Я, наверное, думаю, что он достал подзорную трубу и каждый раз смотрел, где мой сынок там, не возвращается ли он. У него была молитвенная нужда возвратиться сын. Вы знаете, сегодня Бог, Он отдал Сына Своего Единородного для того, чтобы мы спаслись, для того, чтобы мы были с Ним, были возле Него. Он уже пошел нам навстречу, еще до того, как мы пришли в нормальное состояние и начали правильно думать. Мы еще неправильно думаем, я честно говорю. Но по дороге Он уже встретил нас. Он по дороге уже пришел в нашу жизнь. Вы знаете, Он любит нас. Скажи, Он любит меня. Он любит меня, бесконечно любит меня. Он любит тебя бесконечно. Слушай внимательно. Он любит... Павел говорит, как с ними не дарует всего? У Него есть все для тебя. Скажи, у меня есть все. Если есть Иисус, но если нет Иисуса, если нету Бога в твоем сердце, если пустота не заполнена, что-то нужно сделать срочно. Нужно сделать очень срочно. Нужно сказать, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь, потому что наемники избыточествуют хлебом. Потому что те, которые возле Тебя, у них все нормально. Смотрю, они радуются, а я не могу. Почему у меня это происходит? Что-то у меня не сложилось. Где-то я не познал Бога. Где-то я не нашел Бога. Посмотрите. Встал, пошел к отцу, и когда он был далеко, увидел его отец, жалился, побежал, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Он произносит эту молитву покаяния, но это покаяние, оно даже не то, что должно быть, по сути.
Но это его желание сердца. Недостоин, ты не понимаешь. Вы знаете, состояние недостоин у Бога нет. Во Христе Иисусе мы все стали достойными. Он всех нас освободил от проклятия закона. Он освободил от того, что происходит. Скажи, я достоин. Вы знаете, он говорит это недостоин. Иисус дает эту притчу, но отец уже у него на шее. Обнимает его, целует его, а он говорит, я недостоин. Часто мы говорим неправильные вещи. Отец, я так хотел с тобой встретиться, прости меня. Я не прав был пред тобой. Но я хочу быть твоим сыном. Я хочу быть тем, кем ты меня призвал быть. Он дальше показывает, кем он призвал его. Он дальше рассказывает, кем он призвал его. Вы знаете, часто люди, не познавшие благодать, они надеются на похлебку. Господи, исцели только, и я пойду. Реши мою проблему, и я уйду от тебя. Дай мне покушать. И вот это не покаяние, которое... Ну, лучше быть таким уже. Хорошо, ладно, вы меня еще не поняли до конца. Я согрешил против неба пред тобой, уже не достоин называться сыном. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Он не говорит, я прощаю тебя, сынок, все в порядке. Он, принесите лучшую, оденьте его, дайте ему перстень на руки. У него есть достоинство, которое осталось и которое было всегда у меня дома. Скажи, есть достоинство в его доме. Есть цена в его доме. Когда ты пришел в церковь, вы знаете, ты меняешь свой менталитет. Здесь все становятся всем. Здесь Бог начинает творить тебя, твою жизнь. Мне надо пару человек, которых Бог изменил жизнь за последний год. Поднимите свою руку, можете поднять? За последний год. За последний год. Так, что вы стали детьми Божьими. Смотрите внимательно, дети Божьи – это новое творение. О, вы были ими, но на своих хлебах, своей жизнью жили, существовали. Вы знаете, но для того, чтобы вернуться к Богу, надо что-то сделать, что-то прийти в себя просто. Приди в себя, но у тебя жизнь может быть намного круче. Наемники избыточствуют хлебом. Посмотри, у него все финансы, у него все деньги, у него все. У него все исцеления. У него все есть. Аллилуйя. Мне нравится мой Бог. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали все веселиться. Ой, я перескочил. Они дали ему обувь. Это свидетельство о его достоинстве. Они дали ему одежду. Это свидетельство о его достоинстве. Они дали его перстень. Это свидетельство о его достоинстве. Бог удостоил его. Господь, Отец удостоил его того, что он был с самого начала. Кем он был с самого начала? Вы знаете, когда мама рождает своего ребенка и смотрит на этого ребенка, то она не думает, что он станет наркоманом, алкоголиком, или у него жизнь пойдет под откос и разведется он в конечном итоге. Она смотрит на него и говорит, о, ты самый лучший, ты самый крутой. Ты будешь у меня президентом страны. Но потом эта жизнь начинает меняться. И то, что вкладывала мама, она видит, нет никакого результата. Потому что
мы ничего не можем поделать с человеком, который не хочет меняться, не желает меняться. Вы знаете, у нас есть реабилитационный центр. И еще есть группа освобождения. Люди, которые по-настоящему хотели освобождения, получали даже просто по понедельникам освобождение. Свобода получается теми, которые по-настоящему хотят. И я вам хочу сказать, что я когда читал про эти наркотики, которые они употребляли, я думал, как у них без ломки это происходит? Это только Бог может делать. По месяцу ломка. Ломка – это когда у тебя и вправду болит все кости, ноги, там, руки, голова и так далее. У них начинаются болевые рецепторы функционировать нормально. Я этого не знал, пока не начал слушать эти все. Болевые рецепторы начинают чувствовать всю боль в теле, которую не чувствовал раньше. Я думаю, вау, Бог у меня чудный. И они спят с первого дня, со второго, с третьего. Ну, бывает тяжело некоторым, но ничего, и это перед ним. Но они хотят, правда? И смотрите, он дает им достоинство. Некоторые поступили в институт уже. Некоторые учатся в библейском институте, в колледже. Кто-то занимается уже, кто-то другим помогает таким же. Но Бог освобождает. Почему? Потому что Он создал человека для своей славы. Дал лучшую одежду. Это мой пастырь. Это мой служитель, евангелист. Это мой ребенок. Я в него вложил столько, да я свою жизнь отдал ради него. И вы знаете, самое интересное, старший же сын там был. Давайте, отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руки его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, закалите, станем есть, пить, веселиться. Жизнь веселья. Скажи, с Иисусом радостно. Вы знаете, у кого радость настоящая? Мои друзья хотели меня побить постоянно из-за того, что они курили наркотик, а я шел с церкви. Я все время с Евангелием радостный. Евангелие под рукой, иду такой, идемте в церковь. И Дима один, он мне потом свидетельствовал, когда покаялся. И он рассказывал, он в церкви свидетельствовал. Он, мы так хотели тебе, Паша, морду набить. Потому что когда ты проходил мимо нас, у нас все веселье заканчивалось. А я понимаю, почему. Потому что у них была подделка, а я имел настоящее. И когда я проходил мимо них, они начинали рассуждать, а у него настоящее, а у нас... Все в этом мире подделка. И оно все время говорит о том, что ты крут, ты можешь, у тебя получится. Но в доме отца приди в себя. Наемники избыточествуют хлебом. Тебе можно находиться в присутствии Божьем, быть в радости Божьей. Быть в радости, настоящей радости. Тебя ничто не может удовлетворить, кроме того, что есть у Отца. Скажи аминь. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, заканчиваю. Ибо этот сын мой был мертв, а жил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был в поле. Ну, я на этом сыне не задержусь долго. Хочу не задержаться. Но все равно скажу. Вы знаете, всегда есть те, которые находятся в доме отца, старшие сыновья, которые бьют нас по рукам, которые не понимают благодати Божией, которые не ходят у благодати Божией, которые не понимают, почему им все достается, а нам только объедки. Это люди, которые завидуют.
люди, которые недовольны своим положением, живя в отцовском доме. И вы знаете, как правило, в такую церковь приходишь. Помните, Иисус сказал, кому много прощено, тот много любит, да. А им нечего прощать даже, у них все хорошо. Они ДВР, дети верующих родителей. У них все в порядке. И они уверены в себе, что у них будущее будет таким мягким, у них ничего не происходит. И они пусты внутри только потому, что они не знают, с кем они живут. Я говорю к верующим, которые пустые. Они не знают своего отца. Некоторым надо вернуться к отцу и вопрошать у него. Откройся мне. Я хочу знать твою волю. Я хочу знать тебя. Я хочу познать тебя. Перестань критиковать тех, которые хоть что-то делают, хоть как-то бегут, хоть неправильно. Они пришли неправильно. А он пришел, как он достоин, как он мог. Он же бросил тебя. Вы понимаете, по сути дела, какое тебе дело до него? Ты ищи его. Ты же защищи Бога. Начни искать сам. И вы знаете, самое интересное, здесь происходит с этим старшим сыном такая дилемма. Оставаться в веселье, в радости или уходить. И знаете, что он делает? Тоже уходит с дома отца. Из-за своего честолюбия. Неправильного честолюбия. Вместо того, чтобы надеяться на благодать Божью. Давайте дочитаем. Хорошо, то я... Некоторые же не читали Евангелие, а я уже думаю, что все читали. Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, из блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Они много плачут. А, блаженны плачущие. Они много сетуют. Это неплохо. Бог дает мир сетующим. А он сказал, сын мой, ты всегда со мной, и все мое. Это ключевая фраза всего этого. Слушай внимательно. Все то, что имел отец, было младшего и старшего сына. Они могли повеселиться даже, но они даже этим не пользовались. Вы знаете, интересно, есть правила, я начал о них, я закончу, а есть закон. И когда мы живем по этим правилам, вы знаете, у нас есть правила в семье. Моя жена научила меня этим правилам. Я всегда обутый ходил дома. Приходится разбываться, потому что она убирает и всегда. Но бывает отхождение от правил. И я прохожу, когда очень спешу, обутым. Но и она мне, что ты сделал? И вы знаете, и я понимаю, что она меня не накажет за это, не убьет за это и не сделает что-то. Вы знаете, некоторые люди, находясь в правилах, они тяготят под тем, что кто-то их стукнет, ударит и боль.
И вы знаете, ну, а есть те, которые усугубляют это. Можно находиться в радости в Доме Божьем. Поэтому у нас веселая церковь, правда? Мы можем и повеселиться, и устроить Новый год, которому некоторые христиане: да как это можно? Ёлка, языческая штука какая-то, не знаю даже. Ну, это не языческая, а это сделано в Китае, да? Ну, в общем, смысл не в том. Смысл в том, что научите себя радовать тому, что Бог не запрещает вам. Научитесь быть в благословении Божьем. Все Его ваше. Вы знаете, почему христианам нельзя ездить на курорт? А когда-то я в пятидесятской церкви был, то ты шо, чтобы сфотографировались. Сейчас христиане такие в бикини, в плавках могут фотографироваться, в Фейсбук выставлять. Я до сих пор это стыжусь, честно. А они могут. А я говорю, хотят, что делают, пускай делают. Но смысл не в этом. Смысл в том, что мы можем поехать на курорт, отдохнуть. И это не вредно, это полезно, это оздоравливает. Почему не покататься на лыжах? Не положу непотребные вещи. Некоторые законники, знаете, такие по жизни. Почему не сделать добрых вещей? Вы знаете, есть люди, которые хотят вас ограничить. Ограничить даже в правильных вещах. И я вам хочу сказать, бегите таких, избегайте таких. Я не хочу вас ограничивать в этом. И когда отец говорит, все мое твое, он говорит, я в своем доме тебя не ограничивал. О, ну если ты грешишь, да, дорогой мой? Вы знаете, поэтому написано, не устоит в собрании праведник. Человек грешный не может устоять в собрании праведников. Его выносят оттуда. Он чувствует себя не в своей тарелке, он уже не сын. Все мое твое. Скажи, все его мое. Все его мое. И он хочет дать мне все. Скажи, все. Вау, все. Самое лучшее, самое дорогое, самое красивое. Послушай, если ты все протранжирил, то придется потерпеть чуть-чуть. Но все достигнешь. Вы знаете, я когда пришел к Богу, я поступил в институт, машина у меня появилась, все хорошо начало, жена хорошая, все, влюбился даже в жену. Внутренняя жизнь наладилась. Вы знаете, что такое внутренняя жизнь в духе? Все в порядке. Потому что ты приобрел того, который может все. Твоя жизнь начинает налаживаться. У кого-то это в течение года. Я говорю, Боже, если ты так будешь меня благословлять, я лопну. Давай помедленнее чуть-чуть. От радости. Нет, честно, я испытывал сильнейшую радость. Служить Богу радостно. И вы знаете, это не значит, что у меня не было проблем, и нету проблем вообще. У нас сейчас болеет внук, и мы ездим в больницу. Одна внучка с бабушкой осталась дома, потому что тоже больная. И это не значит, что нету проблем, но у меня нету внутренней пустоты. Бог наш целитель. И вы знаете, у меня есть даже свидетельство, что в понедельник, когда мы забрали внучку, а Олю забрали в больницу, и я понимаю, что у ребенка пневмония, и у меня внутреннее свидетельство, что я должен что-то делать, как глава семьи. Знаете, я начал кричать и говорить, дьявол,
убирайся прочь из моего дома, от моих внуков, от моей семьи. И вы знаете, они два дня не могли сбить температуру. У ребенка была 30-40, около 40 температура у Лизы. Два дня была температура. И они все время не сбивали ее. И я когда помолился, ко мне, знаете, такой, пришел такой мир. Температура не спала. Не. Через два часа она стала здорова. И Лиза здорова практически. У нее есть такой насморк, знаете, остаточное явление, но она здорова. Я звоню Оле, Оля, как с утра уже звоню, потому что это вечером было в понедельник. Звоню, как там ребенок? Да все хорошо уже, лучше. Они даже рентген сделали, но я вижу, я доктор тоже, я вижу, что там пневмония, они просто не видят. А рентгенолог говорит, это не пневмония, это просто бронхит. Ну, не знаю. Может, я просто все преувеличивать люблю. Наташа знает, что я преувеличиваю все. Но смысл не в том. Смысл в том, что когда ты имеешь внутри себя заполненное пространство Богом, то тебе легко справляться с проблемами, запрещать проблемы. Бог оздоравливает твоих детей, внуков. Бог благословляет твою семью. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом. Тебе надо прийти в себя. Тебе надо прийти в себя. Просто приди в себя. Приди в себя. Хотя бы понуждайся. Начни нуждаться в чем-то. Нуждаться в чем-то. Нуждаться в исцелении. Нужда заставляет прийти к Богу. Слушай внимательно, я честно говорю. Нужда заставляет. Может, у тебя мотив, чтобы тебя просто покормили? Духовно? Нет, чтобы тебе Бог восполнил твои нужды. А у него мотив совсем другой. Он хочет восстановить твое сыновство. Дать тебе знак. Это сын мой пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Сын мой, тебе сегодня надо принять просто решение, простое решение. Я хочу вернуться к Богу. Я хочу. Я, может быть, и не осознаю этого, и не понимаю этого, но я знаю, что там будет лучше. До конца не осознаю, но бегу туда. Наемники избыточествуют хлебом. Слушайте, у Бога есть восстановление для вас. Восстановление, полное восстановление. И тебе нужно захотеть этого, просто захотеть. Если ты хочешь. Давайте все встанем.